когда я ненавижу свою природу и чувствую, что лучше смерть, чем такая жизнь, чувствую, что лучше бы создан бы не был, это тоже гордыня, которая во мне? Может ли мне помочь обрести другую природу, если я буду ненавидеть свою старую? Лучше, если ты не разрушишь свою природу, а узнаешь, как использовать и природу добра, и природу зла, чтобы соединить себя со всей реальностью и с Творцом вместе. Прийти к ненависти — это не такая проблема. Проблема — научиться и выстроить правильные отношения и с добром, и с злом.